Ну что ж, закончился перерыв. После первого тайма «Спартак» 1-0 ведет у молдавской «Дачи». Ну и хотелось бы, чтобы во втором тайме «Спартаковцы» свое преимущество увеличили. Потому что, честно говоря, концовочку все-таки «Спартак» немножко подсел в первом тайме, и «Дача» чуть-чуть побольше атаковала. Что и видим сейчас в начале второго тайма сразу. Молдавская команда идет вперед, но не точная передача. И «Спартак» в атаке. Сейчас подкат сзади-то в ногу играл. Игрок «Дачи» и негодование. Трибун-то. Мне тоже показалось, что в ногу сыграл сейчас игрок «Дачи», но судья расценил эпизод как без фола и за боковой. Тут сейчас борьба такая идет. Прострел. Удар блокирует. «Спартак» мячом. Ну и отбивается. Игроки «Дачи». Очередная атака «Спартака». Рикошет и мяч у вратаря. Сильно вперед. Ну, опустить-то мяч, но нужно на землю. Так и есть, «Спартак» опускает мяч. Передача вперед после рикошета оказывается неточной. Ну и хорошо сейчас поборолись до конца ребята. Аут! Бросит «Дача». Сильно вперед. Ну и хорошо сейчас играл Пилипенко. Не дать сейчас атаке развиться молдавской команды. Ну хорошо сейчас прокидывал себе на ход. Игрок «Дачи». Не игры. Сильно залез Шитов Владислав, автор пока единственного забитого мяча в этой встрече. В офсайд, и судья все видел. Снова сильно вперед. Молдавская команда мяч отправили. И атакуют сейчас левым флангом-то. Песоцкий. Никита там разобрался, хорошо сделал передачу. Скорость Романов набирает. В итоге аут. В первом тайме «Спартак» аута за счет Романова заработал, мне кажется, даже пальцев на двух руках не хватит, чтобы сосчитать. Серия потерь. Никак команда не могут мяч забрать по свой контроль. Вот сейчас «Дача» сильно вперед. Не точно. И «Спартак» мяч выносит. Мордовин на мяч пытался зацепиться, обработать сразу не удалось. Вот. Ну и нужно вводить мяч за боковой. Подача в штрафную, на дальнюю штангу мяч летит. Не успевал Романов на этот мяч. Правда, поборолся и делает еще одну подачу. Отбивается. «Дача». «Спартак» уже вернулся в оборону. Контратаки не получится. Ну и вот, если посмотреть сейчас на всю схему «Спартака», как они расположились, то «Спартак» практически всей командой обороняется, прижимается. Нет никакого, ни одного явно выделенного какого-то форварда, на которого в случае перехвата сразу пойдет пас вперед.
Спартак все-таки больше рассчитывает на позиционные атаки, чем на контр. Ну вот все бы хорошо сейчас было бы, если передачу точно исполнил, а в итоге обрез получился и может быть опасно. Хорошо, сейчас мяч отбирают. И не дать ему уйти. Уходит все-таки. Не успел Мордовин мяч достать. Ну и сразу втроем спартаковцы. Здесь атакуют. Снова аут. Хорошо сейчас. Спартак оборонялся так. Ну и снова. Мяч над газоном. Зависает. Любит, любит. Команды. Мяч вверху подержай. Опасный штрафной, 18 номер в Мордове, бьет рикошеты, и что показывает судья, угловой. Хорошо сейчас исполнял игрок молдавской команды. Игнат Крестьян, этот штрафной, ну и рикошет от стенки мяч ушел. На угловой удар. Подача отбивается, Спартак, и подхватить, сейчас мяч нужно красно-белым, так и есть. Шитов мяч подхватывает, скорость набирает. Ну, пробить бы, а делать передачу, и сейчас может опасно получиться, бей ты. Мордовин, а? Хороший момент был, в итоге сам его и загубил. Бить-то нужно было в этом эпизоде. Ну и не фалить спартаковцам сейчас. Хорошо, сейчас вышли, вот и хорошая передача-то. Сильно получилось. А рукой сейчас сыграл-то. Игрок дачи. Судья все видел, Спартак исполнит штрафной. Ну и смотрю сейчас. На Мордовина дышит так тяжело. 23 номер Спартака. Как будто уже наелся. Ну а тем временем Спартак. Атаку хорошую. Ну и хорошо. Сейчас мяч-то отобрали, тут же отдали. Дачи и что тут? Нарушение правил со стороны Спартака. Хороший заброс, удар головой и мяч разминулся все-таки с воротами там. Не увидел я в этой суматохе, кто удар наносил из молдавской команды. 18 номер все тот же был, Игнат Кристин. Бил опасно по нашим воротам и повезло Спартаку. Ну и не прижиматься сейчас Спартаку нужно к воротам-то. Провести бы сейчас атаку-то хорошую, пошире сыграть тут. Ну и поточнее, что же. Транжирите моментов, потому что все меньше и меньше становится Спартака и поджимает дача красно-белых. Ну вот сейчас Спартак
большими силами. Прессинг пошел, и мяч отбирают. Зацепиться. Шитов мяч не смог отработать. Мордовин поборолся. Достать нужно. Не добирается Гинчу Николай до мяча. Ну и сейчас забавный эпизод такой. Тренер молдавской команды головой сыграл за боковой. Ну как сыграл, мяч прилетел ему в голову. Тот не растерялся, подставил лоб и сыграл. Не проходит эта передача-то, хорошо задумывали-то. Шита. Одного убрал. И нарывается на нарушение. Так и есть. Опасный штрафной для Спартака. Ну и можно исполнять с этой позиции в первом тайме. Уже видели мы хорошее исполнение. Пилипенко Михаила, мяч практически в девятку летел в первом тайме после его удара. Вратарь Дачи спас свою команду, ну и сейчас практически такая же позиция, и посмотрим. Пилипенко пробьет разбег выше ворот. Ну и Пилипенко сейчас получил свою порцию высказываний от Евгения Джубанова, главного тренера Спартака. Ну вот смотрите, вот сейчас как опять снова Спартак из-за боковой мяч вводит, и снова дача большими силами туда. Ровки подходит и не дает Спартаку быстро начать свою атаку, развернуться. Снова потеря. Ну и Спартак мяч в конечном итоге отобрал. Пошире сейчас Спартак сыграй. Хорошая передача. Увидел на фланге. Вратарь-то выходит у молдавской команды. И все-таки первый на мяче. Быстро Спартак угловой разыграли. Вратарь сыграл. Перин Сергей. У молдавской команды. А удар поворотом поставит Спартакан на 14 номер. Федоренко. Денис. Снова Спартак на коротке угловой разыгрывает. Ну и прострелить в этом эпизоде. Нет, Федоренко все-таки мяч потерял. Помогли партнеры. Ну и не дает атаку. Атаку. Дальше начать. Передача без адреса. Ну и Спартак-то. Зачем так терять? Подарки такие делать. Сейчас нарушение правил со стороны Спартака.
Ну и снова в первом тайме мы такие видели уже штрафные. Сейчас подача будет больше, чем уверен. Так и есть. Снова подача на ближнюю штангу, отбивается Спартак. Ну подобрать-то мяч и передачу бы исполнить. А в итоге потеря и опасная атака может у молдавской команды получиться. Михалева. Мяч выносит. Вынес точно. Серия потерь в центре поля. Не нужно сейчас Спартаку-то такие ошибки допускать. Хорошо, Мордовин мяч отобрал и передачу бы исполнить. Двоих-то обыграл, отыгрался назад. И Федоренко. Мяч сохранил. Шитов мяч скорость набирал, но к мячу не успел. Еще один аут. Нет, боковой показал, что нарушение правил было в этом эпизоде. Подача. И вратарь сейчас защитником-то в этом эпизоде друг друга не поняли. Можно решать-то. Гол забивает Спартак. Нет, не гол. Рано радоваться начали. И думал, уже дубль Шитов оформил. А в итоге... Я показал, что мяч с лицевую линию покинул. И угол Спартака. Снова двое футболистов Спартака. Но сейчас разыгрывать, наверное, не будут. Да. Подача на ближнюю штангу без адреса. Ну и хорошо, сейчас Спартак-то мяч отбирать. Пробить бы поворотом, нет. В итоге решают разыграть. Романов, подача. Мордовин. Убрал под себя, передачку сделал, а? Шитов-то развернулся, бей. Бил, удар-то заблокировали. Ну вот сейчас-то пошел. Перевес психологический Спартака. Додавить. Мордовин. Угловой для Спартака. Нет, не угловой. Отворот все-таки главный рефери показывает. Ну и время потихоньку второго тайма утекает. Все меньше и меньше остается. 1-0. Спартак ведет. Дача. Атаку левым флангом начинает. Так можно играть. Неточные передачи, все то, что нужно нам сейчас. Ну и Спартаку уже тогда спешить особо некуда. 1-0. И потянуть время. Второй забить пока не получается. Ну, тогда нужно мяч подержать. Заброс на Шитова. Шитов себе дальше головой мяч-то прокидывал. И доборолся, до мяча-то не добрался. Мордовин. Передачку бы сделать-то. В итоге начинает серию финтов и запутался. Правда, молдавская команда мяч вернула Спартаку. П-
Поджал-то Спартак, сейчас не дают выйти. Да, через обороны. Мяч отобрали, снова Мордовин. Угловой. Спартак исполнил. Ну и зажгли освещение на стадионе, давно было, уже было пора. Хорошая подача-то, но защитник Дача первый на мяче был. Еще один заброс, вратарь. Пелин Сергей. Ну и не Дача, Дача атаку-то развернуть. Подальше, подальше от ворот. Все правильно Спартак делает. Ну и вратарь ошибается. Ну, вот. Завозился там Спартак. Плотность создали. Собрали в итоге, но и передачи не смогли точно исполнить. И вот сейчас Мордовин скорость хорошо набирает, выходит один на один, можно решать. Молдавской командой получает аплодисменты, хорошо сыграл в этом периоде, до конца доборолся, мяч выбил, но продолжает. Спартака. Мордовин. Вне игры. Торопиться начинает молдавская команда. Можно Спартаку этим воспользоваться. Сейчас сами не разобрались с мячом. Молдавские футболисты. Спартак, правда, недолго. Мяч контролировал и в итоге потери и нарушение правил. Ну и очередной фланговый штрафной, будем их так называть, для Дачи. Снова подача будет, так и есть, подача, подставлена нога, но не точно мяч летел, Спартак отбивается. Еще один заброс. Ну и разобрались, спартаковцы, хорошо. Романов будет первый на мяче, так и есть, первый на мяче, скорость набирает. Мяч-то в поле сохранил, а передачу исполнить так и не смог. Ну и заканчивается время уже матча. Последние атаки. Смотрим. Спартак в атаке, удар, даже не удар, это заброс такой был на дальнюю штангу, без адреса, ну и контратака, Дача. Шитов не смог в этом эпизоде разобраться. Запутался в ногах, в итоге нога поехала по газону и упал. Ну, продолжает Спартак мячом владеть. Ну, здесь уже со стороны спартаковцев.
сейчас так неожиданно. Дальше штрафной-то Спартак плюс один стоял в стенке, ждал, что будет подача, а в итоге обхитрил молдавский игрок и сделал передачу. Отбивается Спартак, подбор, задача и снова подача, штрафной удар, поворотом Михалев. Браво, Михалев. В нужный момент спас свою команду в итоге. Мяч выбивает и все, свисток. 1-0, Спартак побеждает.